туфли на высоких каблуках. Именно они пригодятся девушкам, которые соберутся в субботу в городской парк. В Лукоморье пройдет забег на шпильках. Дистанция небольшая, всего 50 метров. Но есть два условия. Барышням обязательно должно быть больше 18 лет, а каблуки должны быть не ниже 8 сантиметров. Да, и еще не забудьте зарегистрироваться вот на этом сайте, иначе к участию не допустят. Жара танцам не помеха, особенно под кондиционером. В воскресенье в арт-баре «Ленинград» пройдет летняя вечеринка. В программе выступления саратовских рок-групп. А еще каждому гостю сладкий десерт в подарок. Да, и не забудьте, вход платный. Выходные продолжаем болеть за своих. Кафе «Матчпоинт» приглашает на прямые трансляции Олимпийских игр из Лондона. Субботним вечером стоит понаблюдать за игрой российских волейболистов. Она обещает быть интересной, ведь соперником нашей сборной будет команда США. А в воскресенье покажут баскетбол. Наши девушки встретятся на поле с француженками.